Студенты ведущих университетов мира приехали в Тюмень с трехдневным визитом. Они познакомятся с экономическим, техническим и культурным потенциалом региона. А сегодня участники Стэнфордского форума побывали на послании губернатора и после встретились с Владимиром Якушевым лично. Студенты задавали вопросы по взаимодействию в сфере бизнеса, здравоохранения, экологии, энергобезопасности. Обсуждали глобальное потепление и изменение климата. 30 участников из России и Америки в течение года разрабатывают совместные проекты. Тюменский регион им интересен по многим направлениям. Три года назад я здесь была как участник и делала исследования по коренным малочисленным народам Севера. И это очень хороший шанс для нас выехать из Москвы, Санкт-Петербурга, посмотреть на регионы, как устроено здесь все. И по нашей теме было вдвойне полезно поговорить с большим количеством компаний и исследовательских сообществ. Студентов Стэнфордского, Колумбийского, Принстонского и других университетов Тюмень встречает в третий раз. Губернатор отметил, что этот форум имеет большое значение для будущего. Сейчас главное не выяснять отношения между государствами, а решать насущные проблемы, чем занимаются американские и российские студенты. Польза основная в том, что мы живем сегодня в глобализационном уже мире. Глобализация здесь, она не просто рядом, от нее уже не уйти. И одна из основных задач, которая есть у региона и у академического сообщества, подготовить молодежь жить в этом глобальном мире. Соответственно, уметь общаться с представителями других стран.